Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы будем делать вот из такой пряжи вязать шарфик с помпончиками. Вот это у нас помпончики, видите, на такой вот перетяжечке они друг от друга находятся. Вот так у меня называется пряжа. 75 метров на 150 грамм этот моток. Значит, приступим. Что нам для этого нужно? Когда, кстати, вяжете изделие, вот это вот всегда сохраняйте себе или запоминайте, что можно делать, что нельзя делать. Видите, отпаривать и гладить нельзя. Возьмем крючочек для удобства. Первая у нас петля. И на спицу ее. И так далее. Вторую петлю делаем. Вторую петлю. Дальше также делаем третью петлю. Без спешечки, аккуратненько. Никто никуда у нас не торопится. Пока набираем петли. Значит, эту не считаем крайнюю. Набрали 2, 4, 6, 8, 9 петель. Теперь берем спицу и будем это все вязать. Сначала провязываем лицевыми петлями. Все провязываем лицевыми петельками. Вязали лицевыми петлями, в обратную будем изнаночную вязать. То есть вперед мы вязали лицевыми, обратно изнаночными петельками. Помпончики все выводим на одну сторону. С обратной стороны так вот. Спереди вот так вот. Дальше поехали вязать. Опять поворачиваем. Сейчас опять у нас был ряд изнаночный, теперь ряд лицевой будет. У нас боковушечки идут. Среди вещей забытых я случайно подняла ларец. Значит, сказки новогодней летней не конец. Поехали! Новогодние игрушки, свечи.
с обратной стороны опять поворачиваем работу. Боковой помпончик держим. Вот он у нас сбоку будет, видите? Его. Ой, не вылезай в петлю. Вот он сбоку эти. Это боковые у нас помпончики. Видите, они сбоку идут. И дальше пошли вязать опять помпончик. Петелька, помпончик. Петелька, помпончик. Петелька, помпончик. Петелька. Вот у меня получается вот такое уже полотно большое. Вот такая вот. Огромное. Я продолжаю вязать все это у меня с одного мотка. Уже примерно 1,5 метра это получается. То есть, в принципе, мне осталось, ну, еще, наверное, чуть-чуть связать. Значит, как я показывала уже, вот связали ряд. С одной стороны у нас, видите, лицевые петли, с другой стороны так помпончики выходят на поверхность, здесь изнаночными петлями. Так, у меня тут довязался шарф вот такой вот длины получается, такой вот огромный. Берем, вот так делаем. Раз оборот, два оборот, завязываем. Вот так вот у нас шарф навязался. Теперь сделаем небольшие бахромушечки снизу. И все, вуаля, готово. Так, сейчас будем закрывать петли. Значит, берем две петли, закрываем. Опять одеваем через один помпончик, закрываем, опять через один помпончик закрываем. Еще раз через помпончик. Еще. Так. Вот мы это дело сняли. Теперь сделаем вот такие штучки. Давайте подсчитаем. То есть у нас тут 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Все, 13 сделали. И отрезаем ножницами. Так. То есть здесь получается у нас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 последние.
Так, берем опять, подцепляем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать. И отрезаем. Завязываем нижнюю. Нижнюю завязываем. У нас ни в коем случае не распускалась. Так, вот у меня связался шарф полностью. Теперь, значит, я его одеваю на себя. Раз. Оборот. Два. Оборот. Вот так вот завязываем. И получается вот такой вот у меня шарф с кисточками. Все. Такая вот красота получилась из бомбончиков. Из пряжи с бомбончиками. Букетом из ромашек заявился Дедушка Мороз.